Bugatti выпустила очередную спецверсию Chiron'а. Новинка с французским названием Pure Sport создавалась для гоночных треков, поэтому отличается облегченным кузовом и улучшенной аэродинамикой. 8-литровый 16-цилиндровый двигатель сохранил прежние показатели, но отсечка сдвинута вверх. Кроме того, 7-ступенчатый преселектив получил сближенные передаточные числа и подправленные настройки. В подвеске появились более жесткие пружины, а также другие амортизаторы. Плюс установлены облегченные тормоза, колеса и выпуск. Благодаря этим ухищрениям Chiron скинул 50 килограммов. Как это сказалось на динамике, мы пока не знаем. Известно лишь, что эластичность повышена на 40%, а разгон с 60 до 120 км в час ускорился на 2 секунды. Тираж спецверсии составит 60 экземпляров, а стартовая цена – 3 миллиона евро. Марка Кёнигсек презентовала проект Resco Absolute, который, как уверяет глава марки, стал самым быстрым автомобилем, который они когда-либо смогут построить. Взяв за основу обычный Resco, инженеры удалили несколько аэродинамических элементов, что позволило снизить лобовое сопротивление. И теперь новинка должна побить рекорд, установленный гиперкаром Bugatti Chiron. По расчетам специалистов голландской марки, Absolute должен разогнаться до 532 км в час. Суперкар оснащен 5-литровым битурбомотором V8, у которого есть электрический компрессор и воздушный ресивер, чтобы исключить турбозадержки. С ним работает уникальная 9-ступенчатая коробка, у которой аж 6 сцеплений. Цена и тираж Absolute остаются секретом.